Сегодня в программе. Я открыла дверь своими ключами, ну и застала своего мужа с Аней голым. Да мне жарко тогда было. Жарко просто. Да, конечно, было жарко, и поэтому ты был в одних носках. Ну ты совсем уже забрался, дорогой. В чем? Анна Королькова после смерти матери приехала в Москву. Здесь ее приютила подруга покойной мамы Татьяна Григорьева. Анна устроилась на работу, но Татьяна с мужем Игорем считали себя обязанными во всем помогать сироте. Сегодня Анна требует установить отцовство Игоря Григорьева в отношении своей шестимесячной дочери. Зная своего мужа, Татьяна в этой ситуации поддерживает Аню. Ваша честь, я согласен, что я мало занимался сыном, но вы посмотрите на этих хомячков-мутантов, да? Они вдвоем, так, они вдвоем станут, как... Да вы что говорите такое сейчас? Вы сейчас сами себя слышите? Михаил Александров требует аннулировать свое отцовство в отношении сына Алексея, утверждая, что жена, дочка его директора, родила от любовника, а его вынудили на ней жениться при помощи угроз. Сейчас Михаил развелся с женой и собирается жениться на другой женщине, которая тоже 13 лет назад родила от него сына, но настоящего, похожего на него. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Корольковой Анны Сергеевны Григорьеву Игорю Васильевичу об установлении его отцовства в отношении Корольковой Альбины, которой сейчас 6 месяцев, и взыскании с ответчика алиментов в размере 1/4 от его доходов. Ответчик иск не признает. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоит прочерк, смотрим свидетельство. Королькова Альбина Сергеевна, в графе «Отец» прочерк, мать Королькова Анна Сергеевна. Истец, пожалуйста, по существу иска, суд вас слушает. Игорь Васильевич – муж подруги моей матери. У нас с ним случилась близость, и после этого я забеременела и родила Альбиночку. Сейчас я расскажу, как все было. Я жила с родителями в Твери, с мамой и отчимом. 2 года назад моя мама умерла. С пьющим отчимом я оставаться не хотела, и я решила переехать в Москву. Меня приютила подруга мамы, Татьяна Леонидовна, это жена Игоря Васильевича. Они поселили меня в отдельную квартиру однокомнатную, которую они раньше сдавали. Я устроилась работать менеджером в компанию. Через какое-то время Игорь Васильевич начал уделять мне внимание, оказывать знаки внимания, приезжать, гостинцы привозить, подарки. Ну, я сначала думала, что в этом такого. Вот. И в один день, это было 15 ноября 2017 года, он приехал, сказал, что жена уехала в командировку, что квартира свободна и что я могу приехать к нему. Ну, я поехала. Почему? Друзья семьи. Я поехала вообще без намерений, без каких-либо. Вот. Мы приехали, он предложил выпить, мы выпили. Я сильно опьянела, мне не так много надо. И мы с ним переспали. После этого я поняла, что беременна. Мне в глаза просто Татьяне Леонидовне... Я не знала, как смотреть ей. Вот. Ну, а потом я родила. Вы ему сказали, дочь. Что вы беременна? Да, да, конечно, я сказала. Я сказала, что ребенок от него. Я ему это доказывала, он не верит до сих пор. Но, несмотря на это, он помогал. Помогал. Материально, да, помогал. Как бы спасибо и на этом. Вот. Татьяне Леонидовне, ну, я сказала, что ребенок от друга их сына, Вадима, по срокам кости. Получается, что вот у нас ноябрь 2017 года, угу. Возможная близость, и ребеночек родился 11 августа. Августа, да. Да, 11, ну, в общем, возможно, действительно. По срокам все совпадает, в том-то угу. и дело. А, значит, жене мы сказали, что ребенок от друга их сына, с которым я встречалась. Вот. Но поскольку мы продолжали... То есть у вас Игорем... был постоянный молодой человек на тот момент, да? У нас были с ним отношения, но это не были постоянные отношения. Ну, понятно. Вот. И в этот момент мы встречались с Игорем Васильевичем. Он продолжал ко мне ездить. И вот в один из таких приездов его Татьяна Леонидовна приехала на мою... Ну, на квартиру, где я жила. У нее были свои ключи, естественно, так как это их квартира.
Вот, она застала нас, Игорь Васильевич был почти голым, ну и там не было смысла откручиваться, я ей все рассказала. Вот, и теперь я прошу признать иск, моему ребенку нужен отец. Вы хотите, чтобы ребенку был отец? Да. Скрывать больше нечего. Отвечу к вам слово. Ваша честь, да, у нас был такой случай, дошло до интима, но помешала моя супруга Татьяна. Поясню. Однажды после работы, у нас был сильный такой хороший корпоративчик, кстати, это было после рождения ребенка у Ани, я поехал домой, но на корпоративе я очень сильно перебрал. Да что там, на самом деле, виски всему виной, голову прям, не знаю, скружило все. Каюсь, как бес прям. Ноги сами принесли к Анне. Приехал, обнял, только обнял ее, тут жена моя на пороге. У нас скандал уже, да... То есть это было один-единственный раз. Вот как раз, когда вас застала жена, собственно, интима не было, это все было после рождения ребенка. Совершенно верно. Я просто обнял, никакой измены не было. До рождения у вас ничего не было? Не было совершенно, ваша честь. Вот, Ань, ну зачем ты все это сделала? Я сделала, Игорь. Это ты сделал. У нас были с тобой отношения, и в момент зачатия они были. Да будь тебе известно, дети не рождаются от объятий. От объятий. Ну вспомни, 2017 год. Я-то помню. Аня ко мне приехала тогда. Ну, как только узнала, что я один в квартире, а Татьяна уехала, она там в командировке была, развернулась и ушла. Вот лучше бы ушла. И все. А забеременела она от Костика. От Костика? Да. Угу. Да что там, я когда к ней приставал, кстати, между прочим... А кто это Костик? Костик — это друг моего сына Вадима. Ну, у меня есть сын а Вадим. А сколько ему лет вашему сыну? Взрослый уже? Взрослый, да. Совершеннолетний. Совершеннолетний. Вот. Так Аня мне и говорит, на тот момент, когда у нас встреча была единственная в 17 году, в ноябре месяце, она говорит, бросай свою жену. Я молодая, красивая, хорошая, давай жить вместе. Я, естественно, отказался от этого. Вот тебе не стыдно врать? Я никогда не пыталась увести тебя из семьи. Это ты мне говорил. Ты мне нравишься, я тебя содержать буду. Так вы же от него беременели, встречались с ним, с ваших слов. Вступали в интимную естественно, связь. Естественно, потому что человек мне говорит, ты мне нравишься. Я не собиралась его... Мне не нужно было, чтобы он из семьи уходил. Это его решение. Я никогда не хотела, чтобы он уходил. То есть вы категорически отрицаете, что вы соблазняли истца? Да, и естественно, в вашей честь, у нас не было никакой близости с Аней. Это вопиющая наглая ложь. На самом деле, я так понимаю, что она подала иск, потому что она просто вот это месть женская, понимаете? Я ей отказал, и у нас ничего не получилось. А за что же она мстит? Вы с супругой приютили ее, дали жилплощадь, она бесплатно проживала. Вот, не знаю, она странно. Мне не пояснила. Можем пригласить, пожалуйста, Татьяну Леонидовну? Она скажет, что именно он отец моего ребенка. Супруга ответчика, правильно? Да, да. Пригласите, пожалуйста, Григорьеву Татьяну Леонидовну. Она нас застала, что ничего не было. Да не было ничего. Чего не что было? Что нас застало, что тебя обнял? Что ты голый стоял в моей квартире. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. Проходите, пожалуйста, вставайте к столу. Здравствуйте. Татьяна, вот отец утверждает, что у нее от вашего мужа Игоря ребенок. Ваша честь, я уверена, что Аня родила именно от него. Я никогда не верила, что Игорь окажется таким ходком, что он свяжется с Аней. Это дочка моей умершей подруги. Сама бы Анечка, она бы никогда бы такого не сделала. Я Ане верю, потому что Аня очень хорошая девушка. Ну какая же она хорошая девушка, если она с вашим мужем вступила в интимную связь, ребенка от него родила. Это он сам ее мог охмурить. То есть сама бы Аня никогда бы не связалась с женатым мужиком. Ваша честь, я знаю Аню, потому что Аня является дочерью моей умершей подруги. И когда то есть родилась она жертва, Альбиночка... жертва вашего мужа? Ваш муж просто я такой думаю, опытный соблазнитель? Я думаю, что да, он ее охмурил, да. То есть Аня сама бы никогда бы это не сделала. Он, наверное, ее напоил и воспользовался тем, а что... А вы этот момент застали, как я понимаю, да? Да. Скажите, пожалуйста, Татьяна Леонидовна, а в какой момент вы узнали, что ваш муж является отцом ребенка Анны? Первый звоночек прозвенел тогда, когда родилась Альбиночка. Он покупал коляску, кроватку. То есть он по несколько раз на дню приезжал и навещал ребенка. Я сама понимала, что нужно помочь Ане материально. Я была не против. Но он каждый день привозил продукты. А в тот день, когда я его застала с Аней, я ему позвонила. Он сказал, что он был на корпоративе, выпил. И его привезет домой водитель. Но перед этим он заедет к Ане и завезет продукты. Он не должен был приезжать в этот день к ней. Я сижу и думаю, что-то здесь не так. Наверное, он поехал к любовнице, к своей, а Аня прикрывается. И, соответственно, я приехала. Эта квартира, в которой Аня живет, она недалеко находится. Всего 10 минут езды на машине. Открыла дверь своими ключами, ну и застала своего мужа с Аней голым.
Да мне жарко тогда было. Жарко просто. Да, конечно, было жарко, и поэтому ты был в одних носках. Ну, жарко было. Ну, ты совсем уже заврался, дорогой. В чем? Ну, потому что такого не бывает. Жарко ему стало. Как тебе только не стыдно, Игорь? Ваша честь, ну как это не измена? Я выкрутила Аню на откровенность, она мне во всем призналась, потому что воспользовался девочкой, имея смелость признаться, затащил ее и сделал ей ребенка. Ваша честь, Альбина – это копия, Игорь. Я знаю своего мужа. Татьяна, ну что ты вот на меня наговариваешь-то? А скажи, что вы до этого случая подозревали, что у них есть связь? Нет, я не подозревала. А потом я все сопоставила. То есть первый звоночек был, но вы все-таки не хотели в это верить, да? Да, я не хотела в это верить, но дело в том, что в ноябре 2017 года я была в командировке в Новосибирске и отсутствовала с 14 по 22 ноября. Угу. И когда я вернулась из командировки, вся спальня была перевернута. На постели была женская косметика. Наш сын Вадим, он тогда отдыхал на каникулах в Европе и вернулся на день позже, чем я. Я нашла помаду Анину. Я еще мужу тогда эту помаду показала, потому что это я сама Ане ее подарила. А он мне сказал, да, Аня заезжала. И, может быть, она у нее вывалилась из сумочки, эта помада. То есть вот была вот такая вот история. А потом, когда задним числом... Вы и тогда не поверили, да? Я вообще не придала этому значения. Думаю, ну, может быть, она и приезжала. А потом, когда я стала все складывать, стала сопоставлять, в какой момент Аня забеременела, то есть когда я отсутствовала, и получилось, что он гулял в ноябре 2017 года. Имей мужество признать. Таня, а вот ваш муж утверждает, вину, что отцом ребенка Ани является некий Костик, который друг вашего сына Вадима. Но мне Аня-то об этом говорила. Угу. И я действительно в это верила, пока его голым не увидела в носках. Да. Когда тебе жарко было. Тань, ну что ты мне не веришь? Что ты меня тут позоришь-то на самом деле? А почему я тебе должна верить? Я вот Ане верю, да, Аня мне да не Костик, обманывает. Костик, отец его ребенка. Ну, конечно, что Костик. Мне Вадик сказал об этом. Жирков Константин, все верно? Да, совершенно верно. Он тоже себя считает отцом, заявляет свои исковые требования. Два иска были объединены в одно исковое производство. Жиркова Константина Эдуардовича, пригласите, пожалуйста, в зал суда. Ну, мы-то сейчас проверим, спал, не спал. А что проверить? А что гадать? Что-то мне не веришь, что сколько лет. А что должна тебе верить? Ты же гуляешь направо и налево, да, по корпоративам. Нет, сколько у тебя денег в корпоративах? Пожалуйста, Константин, вы заявляете свои исковые требования. Да, Ваша честь, у нас с Аней любовь, и это мой ребенок. Анна как раз считает, что Игорь является биологическим отцом ее дочери Альбина. Пожалуйста, расскажите о ваших отношениях. Тогда расскажу чуть поподробнее. В апреле 2017 года я был на дне рождения у своего друга Вадика. Вадик как раз сын... Сына Игоря. Угу. И именно в этот момент, на этом дне рождения, я познакомился с Аней. Аня, как мне Вадим объяснил, это его подруга семьи. И она сейчас живет в их квартире. Ну, некоторое время будет жить. Аня мне сразу очень понравилась, и я захотел с ней быть и жениться на ней. Мы с ней начали встречаться, я ее привел к себе домой. Я живу с мамой, познакомился с мамой. Мама предложила ей переехать к нам. Ну, на все готовенько, и мне не надо никуда ехать будет. Ну, все вроде как хорошо. Аня переехала, какое-то время жила вместе с нами. Но, к сожалению, через некоторое время пришлось ей уехать. В связи с тем, что мама очень много делала претензий есть, были маленькие ссоры, а Аня на меня обиделась, что я ее не защищаю. Mm-hmm. Но спустя некоторое время мы с ней снова встречаемся, мы идем с Вадиком и не как раз на день рождения, на концерт нашей любимой группы. И после этого концерта мы едем к Ане. Как раз именно в тот момент мы переспали, и поэтому Альбиночка была моя дочь. Мы с тобой помирились 23 ноября, так? Да. Да. А с 15 по 21 я была с Игорем. 23 ноября у вас была интимная связь с Анной, от которой, собственно говоря, появился Альбина, да? Да. Я к 23-му уже чувствовала, что с организмом что-то не так. Не надо врать. Ну, по срокам, в принципе, тоже Анна все совпадает. С ним не могло ничего быть, мы предохранялись. Угу. Не надо врать, я 2 недели караулил тебя около дома, чтобы пытаться помириться с тобой, и у тебя свет горел каждый день. Я не выключаю свет, когда выхожу из дома. Что это за аргумент вообще, свет горел? Ну, горел, и что? То есть она была явно дома. А вы каждый день под окна приезжали, следили? Да, каждый день я пытался ее выловить около дома, чтобы помириться. Так, подождите, ну вы приезжали к ее дому, чтобы помириться. У нее горел свет. Да. Что же вы к ней не пришли, чтобы помириться?
Ну, в последний момент пугались чего-то? К сожалению, есть маленький момент застенчивости, и вот боялся зайти. Приехал, стоял под окнами, фиксировал, что горит свет, а мириться так и не пришел. А, ваша честь, прошу вызвать Вадима Григорьева, моего свидетеля. Он был в тот вечер с нами, у нее дома. 23 ноября? 23 ноября, да. Сын ответчика, правильно? Да. Пригласите, пожалуйста, Григорьева Вадима в зал суда. Что Вадик скажет? А что ты так побледнел-то? Страшно тебе? Вадим, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вставайте к Константину. Здравствуйте, ваша честь. Скажите, пожалуйста, Вадим, вы можете подтвердить, что Анна забеременела от вашего товарища Константина? Да, ваша честь, а не от вашего папы? Мне все известно. На самом деле, только Костян, в смысле Константин, может быть отцом этого ребенка, потому что мой папа к этому никак не причастен. Дело все в том, что я ему на самом деле говорил, чтобы он предохранялся и чтобы не было никаких проблем после этого. Он мне стал твердить, что они все по любви и что предохраняться надо только если ты в постель ложишься с кем-то просто ради секса. Вот. И ну, дело все в том, что Константин был влюблен в нее. И это, я просто уверен, что ребенок это... Ребенок... Почему вы так уверены? Ну, потому что все происходило практически на моих глазах. Я в ноябре 2017 года летал отдыхать в Европу. И вернулся как раз 23 ноября, в день концерта нашей любимой группы с Костей. Он был такой понурый. Я решил помирить их с Аней и пригласил ее на этот концерт. А после этого концерта уже мы поехали к ней домой, где она жила тогда. Ну, естественно, стали отмечать все это событие и выпили. А потом они пошли вообще к ней в комнату вдвоем. Ну и понятное дело, чем они там занимались. А я лег спать на кухне, на тахте. То есть вы уверены, что забеременела она именно от Константина? Так? Да, потому что ну, если бы она была беременна до этого, то она бы не стала так пить. Как только живот у нее появился, то она перестала вообще курить, пить, стала беречь себя. Так что я уверен, что Костян отец дочери, а не мой отец. Он тут ни при чем. Правильно, сынок, молодец, вот. А то все отец, отец. Я что-то не поняла, Ань. Это что, Костик отец ребенка, что ли? Он что, свечку держал? Суд выслушал аргументы сторон, показания свидетеля. Пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Принесите, пожалуйста, конверты. Далее в программе. Ваша честь, я согласен, что я мало занимался сыном, но вы посмотрите на этих хомячков-мутантов, да? Они вдвоем, так, они вдвоем станут, как... Да вы что говорите такое сейчас? Вы же сами себя слышите? Михаил Александров требует аннулировать свое отцовство в отношении сына Алексея, утверждая, что жена, дочка его директора, родила от любовника, а его вынудили на ней жениться при помощи угроз. Сейчас Михаил развелся с женой и собирается жениться на другой женщине, которая тоже 13 лет назад родила от него сына, но настоящего. Похожего на него. Спасибо. Оглашаются результаты генетической экспертизы Григорьева Игоря Васильевича. Ваши. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Григорьева Игоря Васильевича и Альбины Сергеевны Корольковой. По результатам настоящей экспертизы Григорьев Игорь Васильевич не является биологическим отцом Корольковой Альбины Сергеевны. Что и требовалось доказать, а то отец отец. Ань, так я не поняла, что происходит-то? Еще кто-то был? Расскажи. Я надеялась, что Игорь отец. А что, надеяться у нас не было с тобой ничего. Да уж, ты меня удивила. Завралась. Было бы тогда странно, что на сыском войск обратился, если у него с вами ничего не было. Да не было А почему вас-то это так возмущает? Вот вы так удивлены, что не ваш муж оказался биологическим отцом Альбины. Значит, тогда еще кто-то должен был быть. Ну, да понятно дело, что это был Константин. Заявляет свои исковые требования. Ну, я просто, я удивлена. Я, честно, я просто не ожидала. То есть, получается, Игорь, я-то думала, что ты... То есть, вас бы гораздо больше утешило, что ваш законный муж Игорь является биологическим отцом Альбины, так, что ли? Ну, у нас бы, я не знаю, может быть... Ну, понятно. Оглашаются результаты генетической экспертизы Журкова Константина Эдуардовича.
В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Жиркова Константина Эдуардовича и Корольковой Альбины Сергеевны. По результатам настоящей экспертизы Жирков Константин Эдуардович не является биологическим отцом Корольковой Альбины Сергеевны. Как? Как, Ваша честь? Я же отец. Если вы же сказали, что дядя Игорь не отец, значит, отец я... Ну, наверное, еще какие-то мужчины живут на земле, кроме вас и Игоря. Ну, давай признавайся, Ань, кто еще-то был у тебя? Вам не захочется это знать. Ну, давай рассказывай. Рассказывай. Истец, а как, по-вашему, кто является биологическим отцом Альбины? Ваша честь, у меня только один вариант остался. Остался. Ну, давай всех переберем здесь. И что же это за вариант? Дело в том, что в ту ночь после концерта с 23 на 24, когда мы возвращались пьяные домой ко мне... Она еще и пьет. Я тогда, видимо, еще не была беременная. Вот. Вадик с Костей остались у меня ночевать, и я не помню, как все произошло. Мы легли спать. Я помню только, что на утро Константину надо было куда-то ехать, и я проснулась... Я, как сейчас помню, я посмотрела на часы, 3:10 тогда было ночи. И, ну, я проснулась от того, что процесс уже происходит. С кем? Ну, вот я думала, что это Костя, а потом, когда я проснулась, я поняла, что это Вадим. И все было так быстро, что я уже ничего не могла сделать. То есть, ну, раз, и как бы все. Уже. Ну, Вадим, и чего было это? Такое, Вадим? Что это за история? Вадим, как ты мог? Да это глупость, знаешь, это глупость, это глупость совсем, потому что я был просто пьян, я был пьян, и этого не могло быть. Я вообще ничего не помню. Нет, это не мой ребенок, 100%. Это не мой ребенок. Пригрели змею на своей шее, получается. А ты куда смотрел? Тебе что, девушек вокруг мало? Да не я, отец. Ваша честь, и что теперь, Вадим обязан платить алименты? Пока он не обязан платить алименты, он свидетель здесь в суде. Он не работает, мы его обеспечиваем, он учится. Ты понимаешь, ему вообще 19 лет. Так, может быть, ему не стоило ко мне лезть? А то, может быть, ты его сама на себя затащила? А во сне? Да, ты такая вот деловая. Понятно. Значит, с мужем не получилось, теперь с сыном. Очень, да? Вы такие все провинциальные, такие хищницы. Но ты от нас ничего не получишь, даже не мечтай. А так, да, хотела. Ну, что ты в самом деле? У нас зато внучка. А ты помолчи. А там еще и внук появится. Так, видишь, как интересно получается. А что ты сразу разводиться? Алименты, кто сыну платит? А ты мне зачем нужен? Красавец. Замечательно. Не, я за него точно не буду, я сразу говорю. Прошу всех встать. Молодцы, такие все деловые. Да. Ты себе спасибо говори, привезла не пойми кого. Да почему ты не пойми кого? Мы с сыном виноваты. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. В иске Корольковой Анны Сергеевны об установлении отцовства ответчика Григорьева Игоря Васильевича и взыскании с него алиментов отказать. В иске, предъявленном Корольковой Анне Сергеевне об установлении отцовства Жиркова Константина Эдуардовича отказать. Суд не устанавливает отцовство ответчика Григорьева Игоря Васильевича, потому что утверждение истца, что ответчик является биологическим отцом ее дочери, опровергается заключением молекулярной генетической экспертизы. Суд не устанавливает отцовство истца Жиркова Константина Эдуардовича, потому что утверждение истца Жиркова Константина, что он является биологическим отцом дочери ответчика, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы, а также обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Все, заседание закрыто. Прошу всех встать. Ты, Аня, вспомни, может, тот третий там еще был, четвертый? Спасибо, Аня, дорогая. Все, что я для тебя сделала. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. А мы сделаем тест и докажем. Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Александрова Михаила Ивановича к Александровой Наталье Олеговне об оспаривании отцовства в отношении Александрова Алексея Михайловича, которому сейчас 13 лет. Истец утверждает, что не является биологическим отцом сына бывшей супруги и просит аннулировать запись о его отцовстве, запись акта рождения. А почему вот истец вы решили, что он не является биологическим отцом? В браке состояли, ребенок в браке рожден. Сейчас ему уже 13 лет. Что сейчас-то произошло? Да, 14 лет назад мы встретились с Наташей, начали с ней встречаться. Но это вышло так, что
как будто ситуация сфабрикована. Ну, грубо говоря, меня женили. Да. Ее отец являлся начальником транспортной компании. Он заболел, к нему пришлось приехать мне за документами, и вот так я познакомился с Наташей. Потом она приезжала к нам на работу очень часто. Подождите, одну секундочку. Пока очень быстро начали рассказывать, как-то, по-моему, мне кажется, с середины, не сначала. Не с середины, а с самого начала как раз-таки. Я веду к тому, вы поймете, в чем смысл. Вы поймете, почему это ребенок не мой. Так, вы приехали к ее отцу на работу и познакомились там с ответчиком, да. С Наташей. Ее отец меня сделал бригадиром по продажам инструментов в транспортной компании. Так, отец Наташи являлся владельцем транспортной компании. Да. Вы там работали. Да. Он вас стал продвигать по карьерной лестнице. Да. Так, какое отношение это имеет к происхождению? Как-то раз я побывал просто в связи с рабочими моментами привезти документы отцу, я познакомился с ней. Ну, судя по всему, она просто в меня влюбилась и стала регулярно бывать у нас в гостях. Дома у вас в гостях? Нет, бывать в гостях у нас на работе. Так. Потом был корпоратив, как раз вот все, к чему я веду, как сейчас помню, 30 сентября. Естественно, дал лишку там, потом была встреча, был секс. Думал, после этого как бы не увидимся. Ваша честь, нет. На самом деле он начал за мной ухлёстывать. Когда я увидела Мишу, мне он понравился, да. Он начал мне оказывать знаки внимания, он мне написывал, он приглашал меня в кино, в рестораны. Да, я приезжала на работу к папе, и папа находил повод вызывать Мишу к нам, ну, чтобы я на него посмотрела. Я влюбилась. И сейчас, в данный момент, Лёшке 13 лет. Я родила Лёшу от Миши. И сейчас я не понимаю в данный момент, почему он утверждает, что Лёшка не его сын. Я все равно не могу понять, если она вам не нравилась, то почему вы на ней женились, почему записали сына на себя? Ладно. Копнем глубже. Произошло на работе такое ЧП. Естественно, я как старший бригадир, было на меня списано кража инструмента очень-очень дорогого. Естественно, и отец, мой начальник, сказал, что, блин, Миша, все факты против тебя посадим. Наташа попросила отца замять это дело, и он сказал, что все будет хорошо. Оказалось на тот момент, что она уже была беременна. Я думал, ну, чтобы как-то отмазаться, женимся, ну, годик побудем вместе, там, все будет хорошо. Он дескать, ради этого бросил свою невесту Лизу. Я не очень понимаю. Ну, у меня была невеста на тот момент, Лиза, вот я забыл это сказать, думал, что не настолько важный факт. Пришлось с ней, у меня были с ней непростые отношения, они были фактически параллельно, начались с Наташей. И вот из-за этой ситуации, что я был вынужден, чтобы, грубо говоря, откосить от посадки. То есть Наташин папа вам сказал, женись на Наташе, и тогда все обвинения в краже мы с тебя снимаем. Да, да. Иначе ты будешь ответственный и сядешь в тюрьму. Все верно? Да. У вас отношения интимные с Наташей были на тот момент? Ну, на момент до брака 4-5 раз, конечно, вы имеете в виду, ведете к тому, что сын от меня. Конечно, секс у нас был и до, и после. 4-5 раз, естественно, по крайней мере, он точно был. До. Но тут дело немножко даже не в этом. Вы просто посмотрите на него. Это не моя как бы порода даже. Ребенок. Ну почему? Вполне на вас похож мальчик. Ну, мальчик не спортивный, не лидерские качества. У нас в нашей породе все плечистые, крепкие, спортивные, активные. Почему сейчас-то решили аннулировать свое отцовство? А я вам могу объяснить, потому что Лиза его науськала, его нынешняя профурсетка говорит, что Лёшка не его, Лёшка моя порода, и, дескать, я его... Вы развелись, он нашел другую женщину встретить, полюбил ее, и теперь решил оспаривать свое отцовство. Эта женщина появилась в его жизни там, 14 лет назад. Он с ней встречался на тот момент, когда он встретил меня, он влюбился в меня, он начал за мной ухлёстывать. Когда все вот это вот ЧП случилось на работе, я даже папу не просила относительно того, чтобы он возбуждал какое-то уголовное дело или заминал его и так далее. Я узнала к тому моменту, что я беременна. И Миша мне сказал, выходи за меня. Он так обрадовался, он говорил, что Лёшка наш, целиком и полностью, он его будет воспитывать, любить. И вот
Лёшка – это моя порода. Ну, посмотрите, он на меня похож. Естественно, говорит, что он как раз, видимо, точно не его порода. А, может не быть, его ваша, порода, ну, слушайте, может быть, он намекает чистый. На то, что вы от какого-то другого человека родили ребенка, и он явно Наташ, похож на этого другого человека. От кого это? А почему вы считаете, что он не ваша порода? Потому что он не такой плечистый, но он еще вырастет, раздастся в плечах. Не настолько спортивный, не настолько активный, какой-то маменькин сыночек, чуть что при любых проблемах за юбку держится, за мамину. То есть у нас как бы у нас так не принято. Просто если сравнить, ну, скажем так, с другим моим сыном, вот... С другим вот, вашим Макс сыном? Это, у вас еще это, есть это сын, мой да? сын, да. С Лизой, с которой у нас были параллельные отношения, пришлось их, естественно... Тогда еще, да? Да, тогда параллельно, назад. Естественно, пришлось перестать общаться вместе. Вот Макс абсолютно КМС по вольной борьбе, активный чувак, спортивный, нравится девушкам там в чате, все от него балдеют, девчонки и так далее. Ну, как бы мое. И внешне даже, если вы его когда-нибудь увидите, вы ну поймете, что это мой сын. Ну что ты сравниваешь? Вот что ты сравниваешь? Все дети разные. И по характеру, и по внешности все дети разные. Да, я понимаю, Максим, он коренастый, он плечистый, но опять-таки непонятно, ну, не от хочется тебя кормить ли просто Алёшка, чужого сына, мой, не хочется... Как... Он пошел в меня. Он такой же умный, он такой же замечательный. Он выигрывает олимпиады по математике, то по физике умный и так он далее. Не вашего бывшего мужа. Правильно? По секрету нет, Ваша честь. Поймите меня правильно. У меня два образования. У меня диплом с красным, красный диплом. Я закончила университет, юридический факультет. Я работаю юристом у своего отца. И все замечательно, все хорошо. И сейчас, спустя 13 лет, выясняется, что нет, я не от него родила. Ну что за бред? Да что вот, за бред? Потому что отец считает, что ребенок не спортивный, держится за мамину юбку. Да. И хорошо учится, что вообще совершенно никак ну, слушайте, не похоже на истца. Ну, слушайте, не всем же быть КМСами по вольной борьбе. Но Лешка не такой, он добрый. Он веселый, он забавный. Да он и потом ему всего 13. Может быть, он еще вообще станет мастером спорта международного для класса. Для спорта это уже может быть даже поздно. Ну, то есть ты про Виктора рассказывать не хочешь, да, про своего? Я хочу, но сначала, знаете, я вот прям вот не знаю, как... мне за Лешку очень сильно обидно. Лешка его очень сильно любит. Леша любит Мишу. И как бы... Я не понимаю, как я в глаза другим буду смотреть. Вот давайте... Я поняла. Давайте, пожалуйста, послушаем, что Леша рассказал психологу. Алеша, ты знаешь, зачем ты сегодня в суд пришел с мамой? Я думаю, чтобы мама помирилась с папой. Если они сегодня встречаются, то есть шанс, что они передумают. Я лично хочу с папой поговорить. А что ты ему сказать собираешься? Мама с папой часто из-за меня ссорились. И я ему скажу, что я многое понял, чтобы ему не пришлось меня стыдиться. Он хотел, чтобы я рос сильным, спортивным, и у меня было много друзей. Я все это сделал. Я записался в волейбольную секцию, я стал бегать по утрам и начал приседать, и уже похудел на 3 килограмма. То есть твой отец хочет, чтобы ты рос спортивным, а он сам какой? Да, он хочет, чтобы я рос спортивным. Он в институте занимался горным туризмом. Если подтянусь к лету, то, возможно, он возьмет меня с собой в горы. Мне кажется, если папа узнает, что я хочу стать настоящим парнем, то он передумает и вернется к нам. Мама ведь у нас очень хорошая. Это я всех огорчал. И я хочу, чтобы папа меня уважал и что я достоин быть его сыном. Вот видите, почему-то очень честь. Жалко вашего мальчика. Очень жалко. У него комплекс неполноценности, у него комплекс вины постоянный, потому что Миша сейчас его игнорирует. Он не хочет с ним общаться, он говорит, что он не его сын и так далее. Мне ребенка жалко. Он, представляете, он вырастет, и что из него получится в 18 лет? Он не пойдет никуда учиться, он не будет ни с кем встречаться. Мне обидно за моего сына. Я сейчас хочу вызвать свидетеля, моего папу, Быстрого Олега Петровича, который расскажет, что на самом деле все не так, как говорит Миша, и что он меня любил, он за мной ухлестывал, и он радовался рождению Лешки. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Быстрого Олега взял сюда. А, настоящий отец – это ты. Я знаешь, готова тебе сейчас об знаешь, этом что сказать. Это Виктор, хватит. Давай подождем батю. Хорошо. Все, проходите. Все будет ясно. Олег Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, папа. Олег Петрович, скажите, пожалуйста, от кого ваша дочка родила ребенка? От своего законного мужа бывшего? Ваша честь, конечно, от него родила. Потому что, когда ей было 25 лет, Наташеньке, я раз заболел, и Михаил привез документы мне на подпись. Ну, я подписываю документы. Наташа чай принесла, там, печеница. И смотрю, она как завороженная на него смотрит.
Ну все, я документ подписал. Потом дочка мне говорит: пап, а мог бы он такой меня полюбить? Я говорю: дочь, конечно, ты красивая, молодая, у тебя 2 высших образования. Конечно, но он-то тебе не чета. Он-то кто? Лимита? Без образования? Зачем он тебе нужен-то? Ну, я видел, как дочка до него смотрит, как она влюбилась в него. Она сама организовала корпоратив новогодний. Все веселились, все радовались. Ну, я, конечно, как отец, радовался за дочь. А потом, смотрю, что-то уже проходит какое-то время, она плачет. Ну, такая, в слезах. Как не спрашиваю, ну, молчит. Ну, думаю, подожду. Потом подходит ко мне, говорит: папа, я жду ребенка. Ну, я, конечно, спрашиваю: от кого? Она говорит: от Михаила. Ну, я так сразу, с одной стороны, конечно, обрадовался. Все-таки уже 25 лет, уже пора нам и внуков уже с женой. То есть, как бы, я обрадовался даже. Ну, пока, конечно, вида не подал. Но какой Михаил отец-то был? Вот ребенок толстенький. Ой, ребенок неспортивный. Ой, футбол не играет. Ой, с пацанами там не дерется. Ой, вот он маминкин сынок. А что ты-то сделал, чтобы он был настоящим мужиком? Ты постоянно его гнобил, что он с лишним весом, что он неспортивный. И что, надо было прям обязательно прям над ребенком так изгаляться? А ты сам-то с ним хоть занимался? Да. Ты с ним хоть спортом где-нибудь ходил, играл? Ваша честь, я согласен, что я мало занимался сыном. Но вы посмотрите на этих хомячков-мутантов, да? Они вдвоем, так, они вдвоем станут, как... Да вы что говорите такое сейчас? Вы вообще сами себя слышите? Ты со мной жил 12 лет, я вы не была этого ребенка 13 лет вот своим сыном считали. Он вас папой называет. Дайте сказать. Он хочет в спорт уйти. Он хочет начать плохо учиться, потому что вам кажется, что настоящий мужчина плохо учится, а занимается спортом, с вольной борьбой, футболом. Да ты не рвался, всегда на мои плечи все сложил. Вы слышали, что мальчик психологу рассказал? Я все готов сделать, только чтобы папа со мной остался. В очередной раз, в очередной ссоре, когда сын, естественно, не стал делать то, что я хочу, он, естественно, опять за юбку мамы спрятался, и они вдвоем. И она сказала: это не твой сын. И это почему... мой сын. Это вот ответчик сказала, сама что сказала? Это твой сын. Да. Не мой сын. И сынок у тебя за спиной. А потому что ты его не воспитываешь. Потому что ты ничего для этого не делаешь. Со зла просто так сказала. А как же твой научный сотрудник в юридическом университете Виктор, с которым ты встречалась, я же это прекрасно хорошо знаю. Да это друг нашей семьи. Ну какой друг? Вот он как раз-таки по типажу, по всем генотипом очень похож, кстати говоря, на Алешку. Генетик нашелся. Да. То мы потом, причем мы это еще выясним. И старшими... Истец, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите, не похож на меня, вот толстый он, спортом не занимается, учится хорошо. Она сказала, что это не твой сын. Мне все кажется, что это какие-то отговорки у вас. Что на самом деле причина вашего прихода в суд какая-то другая. Да. То, что все, что вы говорите, не имеет под собой никакой основы. Это глупо звучит. У него сейчас появилась любовница. 1,5 года он не изменяет. Вот месяц это назад уже мы похоже развелись. На правду. Месяц назад мы развелись. И выяснилось, что в той семье, у этой профурсетки Лизы, которая пыталась там все ошиваться вокруг нашей семьи, у них есть сын Максим. Вот. И Лиза сейчас постоянно напевает относительно того, что Лешка не сын, Наташку, то есть меня, она ненавидит. Лиза, да? Лиза. У них сын Максим. Вместе с вашим бывшим мужем. Да. И, собственно, поэтому он и хочет сейчас отказаться от своего отцовства в отношении вашего ребенка. Да, и наши дети погодки. Получается погодки? Так, что мы забеременели одновременно практически. Вот. То есть не погодки, а ровесники, получается. Это все верно, истец? Да. Но собственно, можно то, было она... с этого тогда начинать верно... ваше выступление в Но суде. Но верно и то, что она в тот период встречалась со своим Лизу научным вызывай. Сотрудником. Лизу вызывай. Я хотел в третий бы... раз вы про это говорите. Да. Кто это? Я, как бы Лиза прояснит, моя будущая жена, я надеюсь, сейчас моя девушка. Будущая жена. Хотелось бы ее вызвать, она прояснит ситуацию. У вас с ней совместный ребенок, да, и она да прояснит Максим, ситуацию. Ровесник Михаила, верно? Она, наверное, прояснит ситуацию по поводу отца. Краскова Елизавета Андреевна, правильно? Да. Пригласите ее, пожалуйста. Я Зачем уверен, что экспертиза давить? Покажет, что это не мой сын. Экспертиза покажет, что он твой сын. Генетик, пап. Прекрати ты вот это. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте.
Елизавета, а почему вы считаете, что, собственно говоря, у истца не может быть ребенка от своей законной супруги? Я это не считаю, я это знаю. Пожалуйста, подтвердите. Когда я была беременна уже перед родами, я посетила женскую консультацию, и там встретила Наташу, которая там сидела с каким-то мужиком. Я хотела к ней подойти и как раз-таки рассказать. И как раз-таки рассказать по поводу меня, Миши, нашего совместного ребенка, которым я была беременна. А тут этот мужик берет и кладет ей руки на живот. Он ее обнимает, он ее целует и ведет себя, как будто он отец ребенка или ее там муж, любовник. Но я, конечно же, подлетела к ним и удивилась. Я, что за ерунда? Какого черта? Ну, с Мишей-то зачем? Если у тебя же этот, как ребенок от другого. А этот мужик мне говорит, я, говорит, развестись не могу. Он, оказывается, женат был. И в итоге я сказала, что я об этом обо всем расскажу Мише. А Наташа тогда сказала, что мы тогда Мишу посадим. Говорит, есть за что, преступлений много. Поэтому, Ваша честь, я хочу сказать, у Миши только один сын, это мой, Максим. Естественно, кто это? Вот вы говорили неоднократно об этом человеке. Кто он такой? Достаточно большой чин милицейский. Он был полицейский. Да. С 2011 года милиция стала полицией. Полицейский. Ну, я постал. Он ее был старшим научным сотрудником, когда она училась в юридическом университете, преподавателем ее. И тогда у них и завязался роман, как раз одновременно, как мы встречались, начали встречаться с Наташей. И мне пришлось расстаться как раз с Лизой. Наташ, ну хватит уже ломать комедию. Я же знаю, что тогда-то понятно, а сейчас твой Виктор овдовел. Зачем я тебе нужен? Это отец ребенка. Ваша честь, нет. На самом деле, замуж я-то ни за кого не собираюсь. Миша, ты это тоже должен понять. Действительно, Виктор, мы с ним встречались 4 года моей университетской жизни. Он был моим научным сотрудником. И понимаете, в чем дело-то? Да, я сомневаюсь. Да, я сомневаюсь в том, что Миша отец Лёшки. Может быть, и Виктор быть его отцом. Но когда мы расстались с Мишей, это случилось месяц назад, мы с ним развелись, я позвонила Виктору, я с ним увиделась. И после брака мы тоже редко встречались. Я пыталась все Виктора сблизить с Лёшкой. Думала, ну, сын. Друг-отец, да. Естественно. Но нет, Виктор мне сказал одно, что его детей воспитывала жена, его взрослые дети сейчас не воспримут, как он выразился, выродка, воспитанного чужим мужчиной. И, соответственно, как бы он меня... Ну, скажем так, мы расстались, потому что я была инициатором. Я поняла, как я сильно Мишу люблю. А если взять нашу молодость, скажем так, да, действительно, я хотела увести Виктора из семьи. Я перестала предохраняться, мы 4 года бы с ним были вместе, и я думала, что ребенком я его привяжу, как это в сериалах показывают, в мелодрамах. Я перестала предохраняться, и я просто Виктору сказала, у меня даже еще не было намеков на беременность, я Виктору сказала, я забеременела. А он мне сказал, решай давай свои проблемы сама. Избавишься, я тебе денег дам. Не избавишься, ну найди какого-нибудь прихвостня, который на тебе женится. И тут мне подвернулся Миша. Вы знаете, если вызвать Николая Леонова, это друг Миши, он просто скажет, что действительно, как бы, ну, в благодарность сохранить отцовство, потому что Коля был свидетелем, как Миша радовался рождению Лёшки и как он его воспитывал все эти 13 лет. Леонов Николай Борисович, правильно? Да. Пригласите его, пожалуйста. А в связи так, с рождением, а то, что брата? Родного сына... Он брат законорожденный. А теперь надо еще посмотреть, от него ли что? Твой сын или нет. От него, моя да, дорогая. Конечно. Да, мы встречались тогда, когда ты нас разлучила. Да. Николай, скажите, пожалуйста, как вот вы считаете, я так понимаю, что, естественно, Михаил является вашим товарищем. Да. Он является биологическим отцом. Он оспаривает свое отцовство. Что вы по этому поводу можете сказать суду? Я считаю, что Михаил не прав в аннулировании своего отцовства к этому бедному мальчику Мише. Поэтому я здесь и вышел на стороне Натальи. Михаил, ты только вспомни, как ты радовался, когда родился Леша. Ты до того надрался от радости, что мы даже на руках тебя домой заносили. Ты только вспомни.
Вспомни, как ты прыгал от счастья, когда он выиграл Олимпиаду по математике, когда ему было 11 лет. А теперь ты говоришь, что это не твой сын. Он этого стыдится. Да. Коль, ты прав, я согласен с тобой. Ну, приходится в жизни иногда принимать решение. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Раньше для меня важным была Наташа и Алексей. Ну, теперь я с Лизой. А теперь что? Миша, я с Лизой тебе уже не сын, а теперь справедливость восторжествовала. Вот Миша, что? Ну какой ты мужик, если баба у тебя может лишить родного сына? Неужели тебе не стыдно? Лиза, да а ты, прошу тебя хотя бы об одном. Не лишай сына отца. Я против, чтобы какой-то выродок носил Мишину фамилию. Да ты своего сначала докажи, а потом будешь докажу. Называть. Да. И это даже доказательств не надо. Он похож на жена в зале. Да, пристав, принесите, пожалуйста, конверт с результатами генетической экспертизы истца. Вот сейчас результаты мы узнаем, ты увидишь, кто. И потом я хочу сказать, чтобы Миша обязательно пошел в суд и посмотрел, от кого твой ребенок. Слушай, тебя обманывают уже 13 лет. Да, послушай. Оглашаются результаты генетической экспертизы. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Александрова Михаила Ивановича и Александрова Алексея Михайловича. По результатам настоящей экспертизы Александров Михаил Иванович является биологическим отцом Александрова Алексея Михайловича. Сердце. Миша, не вот видишь, Миша, сердце. Видишь, не теперь обманешь. Ты будешь, теперь ты будешь все, общаться с Лёшкой. Миша, это получается реально мой сын. Это я сам себя заставил его разлюбить. Миш, ты что болтаешь? В смысле, ты считаешь себя виноватым? Она тебя 13 лет обманывала. Миш, это она тебя заставила в суд идти. Потому что она сама была не уверена, что это ее ребенок, что это этот ребенок. Лиз, успокойся. Я была уверена. Она любовнику своему первому сказала о том, что беременна. Я в любом случае люблю тебя, мы будем вместе. Макс мой сын, ну, тебе придется смириться, что у меня есть еще один сын. Подожди, с чем я должна... Ты что, теперь радуешься, что это твой сын? Ты хочешь сказать теперь, что мы тебе с Максом вообще не нужны, что ли? Почему вы нужны? Ну, у меня есть и другой сын. Я их познакомлю. Будет, будет два брата. Да ты не понимаешь, что она сейчас сначала... Ты думаешь, она алименты не попросит? Она попросит. Я это не сейчас говорит. Не а через Миша, год ее папаша какие отбросит? Да, не прибежит ты на алименты под нас. Ты все на свете. Миша, послушай меня, пожалуйста. Миш, Виктор, я тебе самая теперь большая. Вы знаете наверняка, что вы являетесь биологическим отцом Лёши. Что вы будете делать? Я, в принципе, сказал, я в любом случае расстался с Наташей. Назад дороги нет. Я с Лизой, у меня есть сын Максим. Но теперь я уверен на 100%, что у меня есть и сын Алексей. Да, они разные, но два брата. Мишенька, единственное, я могу сказать. Прошу всех встать. Миш, прошу всех садиться. Оглашается решение суда. В иске Александрова Михаила Ивановича об оспаривании отцовства в отношении Александрова Алексея Михайловича отказать. Актовая запись об отсутствии истца Александрова Михаила Ивановича в отношении совершеннолетнего сына в записи акта рождения не аннулировать. Суд не аннулирует запись об отсутствии истца Александрова Михаила Ивановича, потому что его утверждение, что он не является биологическим отцом мальчика, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закрыто. Прошу всех встать. Ничего. Лиз, все нормально. Или я и мой ты, сын. Ты, и все, короче, дочка. Не подходи ты, ко мне. Ты, ничего, все. Дочка, воспитаем.